Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть. Ребят, что, верите в Алекстразу? Алекстраза, начало с драконами, там что-то еще придумаем. Стразу, ну, наверное, ну, из того, что я, наверное, это еще, может, токи-доки. Можно на Тором пробовать? А вдруг спелл, не знаю, там, за 2, ролл за 0, еще спелл даю, там. Ну, что-то можно прикольно придумать на нем, но не знаю. Залочь, на следующий банан будет забрать еще такого дракона. Не знаю, да, что-то подобное. Чат еще делаем. Забрал удильщика, поставил, забрал боебота, поставил. На следующий левелап забрал себе, получается, удильщика в триплет, отдал. Ну, собрал его в 4 и синуньким так, что ли? То есть ладно, происходит. Можно даже спел на себе цепи такое. Даже не знаю, кто будет лучше, чем он. Здесь смотреть, как четвертый дроп, да? Ну нет, 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 хорош, хватит я ведь. Или не хорош, подождите-ка. А что если вообще в 5 бахнуть? Что если я заберу сейчас боебота, поставлю, залочил. Забрал снова монету. Получаем по мордям. Чел бьет... Так, чел с ником писсуар бьет на 8 и Лизу. Ну там 3 на 3 пошла. Давай 5. В 5 можем раскопать, это же не знаю, кстати, что-то же. Не, я думаю, что это 4. Как пропало, что случилось? Да я этот видюшку записывал, чтобы перед вами в новом свете выйти. Ну, то, что сейчас ты видел на экране, это вот я был. Сижу без сабочки. Спасибо Скаймеру за заказ треков. ББ. Последняя ссылка от меня, Парасат. Спасибо Скаймеру за заказ треков. ББ. Последняя ссылка от меня. Так, ладно, ну хорошо, пока. Ну, в смысле, у меня одна монета есть, может какую-то инвестицию на следующий ход заберем или что-то подобное. Ох, поехали. Торговка. Ой, нет, какая торговка. Но. Торговка прям фу. Ну, в плане, в четвертой вернее, явно не ее хочет забирать. Оп! А где? А где 8-8 мне обещали же? С Дарнозом там есть 1-5, там есть 6-4, да, которого можно его превратить. Блин, охотник есть. А-а-а! Мы голду не получим, если заберет раскопку. Но мне дракона даст. Блин, мне так эта штука нравится. Что если поставить? Поставь. Блин, теперь торговка выглядит хорошо, да? Поставил, поставил, продал, то двое сюда фиг еще вас двоих забрал, или че? Странно, если честно, ладно. Бам-бам. Срочно голды не даешь.
Прям на лету, ребят, перебываемся. Самое время измениться перед девочкой 2-3 и сказать: возвращайся. Возвращайся. Кто знал, что мне дракари дадут и сразу этого писька дракона? Ребят, никто не знал, так что. Но. Дарова, фрик. С возвращением. Как оно там? Так, дарова, фрик. Вилла стоит. Дарова, фрик. Стать трек. Ха! Честный обмен, либо подходите все. Только так. Забрать его чисто как билет, что ли, или что? Пришла сейчас работа, прилег, думаю, ты меня позвлекаешь, но бас, тебя нет. Ну смотри, видишь, я снова здесь. А, ну. Не знаю, можно было сразу продать этот трепет, бахнуть, я думал, что такого. Да что все такие сильные? Что за жесть? Какая же жесть? Подожди, 100. Естественно, наверное, быстрее трекера увидел. Погнали. Погнали, слушай, а погнали. Погнали, велосипед, погнали. О. Сейчас не знаю, куда погнали. Ну-ка посмотрим. Хорошо, когда есть что разыграть. Минус одно существо. Фак. Второго дракона пока нет, да, смысла ставить, то есть я просто его ставлю, продаю. Там нежить куча с обилкой. Он еще, кстати, втащил чуваку, у которого... Ха? Он ему втащил? Все, ребят, всем пока. Всем пока, ребят, всем пока. Oh no. Oh no. Ой. Отнопаешь мне, нёпая. Почитал 3-4. Мы с другим драконом. Мы просто что-то трепет получаем. Я не хотел продавать вот этого дракона.
Ладно, наебал, не последняя ссылка. Но если чикнешь прошлую трансляцию, увидишь, что стал с камером. В наказание пресекания на 6 минут. Извинись, не с камер я. Ничего сыграли. Вышли ты 2-1, подожди, смотри, пока ждем. Двое отлетело, фак, бота не дают. Броня нам поможет. Наказание трека ткани на 6 минут. Подожди, а там норм трек? Конечно, норм, да, трек? А нет, только нет наказания. Мэтр, не скипни, я этот альбом поставлю, поставлю, спасибо. А, ребят, брони есть смысл забирать? И пассивил стоит. Следующий трек будет либо крут твой, по идее. Как еще раз себя зовут, подождите? Ализе, да? Нет смысла брать. Да, конечно, нет. Можно и брата мне ставят? Тебя только сын там четвертый, это верно. Бери не знаю, да, это отлично придумал. Не, заберя, заберем, хорошо. Снабилка поменять. Блин. Дракари продать? Думаешь, его продавать? То есть, я, наверное, хочу поставить на стол. Я могу забрать что-то вроде Света Фонаря и могу забрать проходчика против нежити, может. Норм зайдет. Там у него еще бабла был. Молча продаешь. А где лисивка? Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Уа! Кстати, бабу не был здесь. Что интересно. Не нашел, походу, камень. Это не выглядит, что я побеждаю в хламин, если честно. Ну хотя подождите, он забивается в него, да? А, подождите, он не забьет. Да, у него забивается. У тебя есть фертычка сюда, и... И с этой точкой никогда тоже не проигрываю. Шестой дроп, но не выкидываем его. Ладно, ем. Лисивка в чате. Лисивка в чате. Прикрыл донат, в смысле? Какой донат? Насчет Денисивка? Если насчет него, то я так что рассказал. Надо было выкинуть его. Ну, может надо было, кстати. Может надо было. Пам-пам-пам. Гроу? Гроу? Здорово. До какого этот пропуск будет действовать? Так, пропуск будет действовать еще, наверное, месяца 3, да? Где лисивка? Ну вот, в чате лисивки. Давай такого чувака триплет. Давай такого чувака триплет. Где он там? Вон он. Телескоп, либо маска. Георгий Ласька, 200.
Котик, туда, да, подождите-ка. Это оно. Это оно, ребят, это оно, это оно, это оно. Это оно, это оно, это оно. Так. Где? Сейчас, секундочку. Если что, пропускаю. Сори. Тут этот. Просто чуть здоровье маловато. Давай перечитаем. Джордж Ласк. Спасибо за 200. И тогда вообще трек заказал. Все, Миша Дрекич поставил в очередь. Следующий у нас трек идет от Ладзин твой. Проходчик. Подождите, слишком большой проходчик. Слишком большой проходчик. Какой кошмар. Отдавай свое говно. Да что тут у него здесь? Вакабот. Все, ребят. У нас тут колец ГОСТ. Вакабота. Что-то там еще, да, сетап будет. Вагонетка сетап. Эй, подожди, а где карты? Какой коптер? Стенка коптера маловат был. Активирует боевой клич. Инвестиция есть. Активация меня устраивает, я думаю. Эффект конца хода, чтобы что? Чтобы ты сработал. Нежить 7. Всех выносит, у него рыцари были жесткие. Ну мы еле-еле, кстати, да, сражаемся. Каждый раз еле-еле. Так. Подписку решил больше не продлевать. Ты ничего не лутаешь с этого. Моя подписка! Верни подписку. Ну да, ничего не лутаю с этого. Все, ребят, минус подписка, действительно. Вот и все, ребята, минус подписка. Это значит, что потопное, наверное. Дарноз бы есть, что-то... Кажется, не хватит, что-то мы слабенькие там. Ребят, смотрите подписку, пожалуйста. Рыцарь забафанные. Пишет Арслан, ты справляешься, все у тебя хорошо. Не верю. Не верю, вы мне врете, меня обманываете. Даете мне надежду, что потом ее растоптать. Как и всегда. Фонтан. Я справился, да? Let's go. Не знаю, здесь было 87%, если честно. Ну, понял, что я скатил, конечно, много раз атаковал. Топ-3. Чат, топ-3. Врагожуй. Я думаю, что это клап-клап. MVP, да, он сейчас очень хорош. Я всегда говорил, чем больше, тем веселее. Он сейчас прям молодец. Нежить много. Возможно, вот этот подарок для меня сейчас очень важен.
Продать что-то. Чтобы тряпья собрать. Наверное, нет, я просто побольше батлкрая должен прокатить. Нежить, нежить. Наверное, против нежить надо... Блин, сюда бы тоже атаку дать. Штанишки-то и надо, будем без штанишек. Голенькие ходить. Давай, Тлан, чуть сюда дадим. Пропущу, ладно. А, его хотим забафать. Нормально его, там закрываш, кстати, поставить. Готово, так сделаем. Создание мерцита. Роу? Пам-пам-пам-пам-пам. Здоровье накачали под охотником золотым собирателем. Сколько он вообще здоровья дал? 41 по 2 здоровья, там 10 по 1 здоровья. 41, ты ж... Молодец. Молодец, молодец. Молодец. Может, сейчас надо было позже поставить. А, добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. А, верните его на первое слово, подождите-ка. Там клип. Хотя клип тоже, да, красиво все равно бьет. Ладно, все равно красиво бьет. Эй, ребят, вперед! Охотник на собиратель золотой. Так, и мы будем сейчас снова сражаться с Мишани на неосновном магнате. У него золотой кильтузат, поэтому, да, кильтузат стоит на первом слоте, потому что золотой был. Есть 100 так-то. Ребят, топ-2 уже. Топ-2, топ-2. На колясочке вперед. Так, и против Мишани сейчас сражаемся. Ты зачем меня каками кидаешься? У тебя же там были хорошие, сильные карты. Нехорошо каками кидаться. Так, что ты в конце делаешь? В конце величие Грула 2х, что там, свечение, слияние. Ну ладно. Ох. На самом деле, Синдрай может быть неплохо. Как будто она даже стоит, ну, с того, чтобы выйти на стол. Смотрите, там Реборн, по-моему, у него рыцарь. То есть, как минимум, это рыцарь уничтожает. И, возможно, уничтожит еще... По призывательству ударит. Как сработает. Минус О. Мне кажется, Клифф слабее. Или что? Кто слабее, ребят? Клифф выкинуть или О выкинуть? Ну, кого-то нового выкинем. Я не буду лавлапать. Нет, в этом смысла. Какая-то штука. Мы его поставим, кого-то надо выкинуть. Боевые клич, допустим. Коптер минус, думаете? Баба минус, ну, это хорошо. Хорошо, ребят, хорошо. Поехали так. А может, и решит. А может, и не решит. Ну, поехали, ладно, поехали так. Так, ребят, дальше по трекам я ставлю. По-моему, по очереди вот так вот. Где стоит твой трек? Там же Реборн был. Ну, кстати, он очень сильную штуку забрал. Умничка. Умнички, ой, какие молодцы. Это моя команда, да. Это мои ребята. Хотел бы токсика вонючка я стал, просто вонючка есть. Да, но эта штука, кстати, подождите, он ее не считает, что ли? Ну ты, наверное, справишься, да, Селен? А, так сильнее. Ну, у него рыцари забафали, сейчас надо будет еще второй раз его пробивать. Надеюсь, что он не нашел себе снова подношение Тита. Иначе провал. Он два раза отсюда ударил в рыцаря. Что, мягко говоря, было не вау.
Остается. Ребят, стоит ли отдавать один свет фонаря сюда, чтобы он, если ударил в Мурлока, ему хватило? Поставь трек за комочки, поставь плиз бро заранее, спасибо. Скипни плиз бро заранее, спасибо, понял, ребят. Да, думаю, есть смысл отдать один баф сюда? Хорошо, давай так сделаем. И второй, наверное, баф сюда должен пойти. Поехали. Ну, это дракон, конечно, прям работяга, молодец. Вот, вот, нормально, нормально. Один блок сбили, тут больше надо, чтобы эта штука сработала, как нужно. Чтобы в этот раз на рыцарь не била. Пусть либо пошмырлок опадает, либо пусть снимает реборны. Снова подошли Тита. У нее таких миллион штук, да? Понял, он будет всегда бить под эту карту несколько раз. Ты знаешь, что делать? Хорошо, ладно, устраивает. Ну и два Мурлока, это прям отлично, это умничка. Да, ну её, конечно, очень сильно старт был по итогу. Нормально, ну Клифф молодец, Клифф минус два Мурлока делает. Мурлоки это как раз то, что и стоит, чтобы уничтожать нашего дракона классного. Арсенал Гроза Мурлоков, нет, а прогорел Гроза Мурлоков, мы получили на скотика. Все это время мы думали, что мы классные драконы, матери драконов. Но в душе мы были котиками, так что... Подписывайтесь на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть!